Здравствуйте, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Makivara.ru. И сегодня в этом видеоподкасте я расскажу вам о том, как правильно различать подделки Makivara Камертон и МБШ, то есть как отличить оригинальную Makivara Камертон и МБШ от контрафакта. Дело в том, что Makivara Камертон и МБШ настолько популярны во всем мире, что они получили абсолютно широкое распространение по всему миру. Они есть на всех континентах и материках. Даже в Антарктиде на Makivara МБШ тренируются пингвины. Шутка. На Makivara МБШ в Антарктиде на полярной станции «Прогресс» занимаются российские полярники. Там есть эта Makivara. Мои Makivara есть везде. Даже на родине Makivara в Окинаве. У моря Хигаоны есть моя Makivara. У великого специалиста по набивке конечностей, у Мори Хигаоны, есть моя Makivara. У ортодокса стиля Годжурю, одного из самых основных, у апологета этого стиля, есть моя Makivara. На Makivara Камертон и МБШ тренируется Александр Поветкин, Джефф Монсон, Стивен Сигал. Мастер Оу, это мастер тайского бокса Майборан. Занимается на моей Makivara Мачида. И многие-многие другие мастера, не буду даже перечислять сейчас. У кого только нет оригинальных Makivara Камертон и МБШ. Они есть везде. Вот. И поэтому, конечно, эти Makivara часто подделываются. И я хочу научить вас отличать подделки от оригинала. Иной раз контрафакт имеет весьма неплохой вид. И чисто по столярке, по внешнему виду, контрафактная Makivara иной раз может иметь даже вполне приличный внешний вид, что может ввести потребителя, который оценивает товар визуально и смотрит качество по обработке там, кромок, по покрытию лаком там, и по тем параметрам, которые не несут никаких важных характеристик для свойств, да, Makivara самой, он может быть введен в заблуждение. Ему может именно показаться, что качество товара заключается в качестве, которое демонстрирует внешний вид изделия. Это далеко не так. Самое главное отличие Makivara оригинальных, да, Makivara Камертон и МБШ, в тех характеристиках и свойствах, которые в них заложены. Это главное самое. Внешний вид – это второстепенно, хотя по внешнему виду Makivara Камертон и МБШ – это шедевр стиля. Это очень стильные, минималистичные и эстетичные снаряды. Вот. Ничего лишнего совершенно. Но ни единые контрафактные Makivara даже близко не соответствуют тем качествам и характеристикам, которые заложены в Makivara Камертон и МБШ. Ведь на разработку оригинальных Makivara ушли огромное количество материала, огромное количество часов на изучение темы, на практику, на пробы, на ошибки, на конструирование, на производство, на доводку. То есть ушли на это на самом деле годы и тонны материала. И здесь нету преувеличения вообще никакого. Огромные были понесены в том числе финансовые затраты, потому что расчетные показатели, которые были вычислены в соответствии с сопроматом, не всегда соответствовали на практике той действительности в эксплуатации. То есть не всегда теория сходилась во всем с практикой. И в этом была сложность. Но в конечном итоге мы добились очень высокого качества наших Makivara. Качество именно в характеристиках и свойствах прежде всего. Ни один из плагиаторов к настоящему моменту не располагает такой технологической, материальной и производственной базой, чтобы на промышленной основе создавать такой высококачественный снаряд, который воспроизводится со всеми своими качествами и свойствами от экземпляра к экземпляру. То есть все Makivara идентичны, они одинаковые, обладают одинаковыми характеристиками и свойствами при очень высоком качестве изготовления. Именно поэтому контрафакт может только внешне напоминать Makivara. Но каждая Makivara контрафакта будет отличаться одна от другой. Наши Makivara вы не различите между собой. Они как патроны в рожке от автомата Калашникова. Они идентичны. Они идентичны по своему внешнему виду, по характеристикам и свойствам. И это говорит о высочайшем качестве и о высочайшем профессионализме в их изготовлении. Внешне Makivara проста.
что тоже часто вводит в заблуждение покупателя. Он считает, что это просто очень, да? То есть одна доска гибкая, другая не гибкая, и между ними брусок какой-то, вот и все. Поэтому одна макевара не может сильно различаться от другой. Это неправда. Это неправда, потому что на самом деле сильно различается не конструкция самих изделий друг от друга, а свойства тех деталей, из которых эта макевара состоит. И несмотря на всю простоту, на то, что это изделия деревянные, и вроде казалось бы, что там можно заложить, на самом деле там заложены высокие довольно технологии и серьезные разработки, которые позволили добиться особых качеств и свойств самые сложные технологические в изготовлении детали макевары. Это байка, которая обладает специальными упругими свойствами и жесткостными, то есть имеет определенную степень жесткости при очень высокой упругости. Добиться этого на самом деле чрезвычайно сложно. Это кажется естественным качеством для макевары, но добиться этого реально трудно, особенно на портативной макеваре МБШ, когда на очень коротком рычаге нужно добиться высокой степени изгиба, чтобы этот изгиб боек выдерживал, не ломался и в то же время был упругим и жестким одновременно. И тут дело не только в технологической базе, да, и не только в производстве. Дело больше в том, какие технические задания были заложены при разработке и создании этой макевары. Дело в том, что только обладая специальными знаниями, в том числе наук о человеке, можно понимать, как макевара воздействует на человека, который на ней работает, и какие процессы происходят в организме. Именно благодаря правильно заложенным характеристикам можно добиться того, что будут усилены полезные воздействия макевары, которые ведут к укреплению ударных поверхностей и укреплению ударного звена, к правильной набивке и постановке удара. А все отрицательные свойства могут быть минимизированы, и вред для здоровья, который может оказывать макевара, тоже можно минимизировать. То есть эти свойства можно заложить, но надо понимать, как это сделать, с помощью чего это достигается. Да, для этого мало быть разработчиком и конструктором какого-нибудь изделия внешнего, да, которое внешне выглядит именно так. Для этого нужно быть пользователем. Я в себе сочетаю эти два уникальных качества. То есть я являюсь и пользователем, да, макевары, и разработчиком. Макевары, которые мы продаем, и которые я разработал и произвожу, я их использую сам. Я разрабатывал их прежде всего для себя. Они не были разработаны, как большинство изделий, производимые какими-то коммерческими структурами, как изделия для того, чтобы получить прибыль. То есть, понимаете, все макевары, абсолютно все, которые производятся другими компаниями, они производятся как изделия на продажу прежде всего. Они так изначально и разработаны. Они разработаны для того, чтобы, пользуясь трендом, который, в принципе, на макевары подобной конструкции создал я, а по-другому нельзя даже и выразиться, потому что это макевара моей конструкции, она запатентована. Если эти макевары такой конструкции стали популярны, в смысле подделки, то это тренд, который создал я. Вот. Так вот, те макевары, которые делают те, кто делает контрафакт, они с самого начала разработаны для того, чтобы только служить объектом извлечения прибыли. Те фирмы и производства, которые делают эти подделки, они создали их с одной единственной целью – с целью продажи и извлечения прибыли. А поэтому они не заложили тех свойств, которые в этих макеварах должны быть изначально, те, которые заложил я, потому что только я знаю, потому что я использую эти макевары сам. И причем всегда, когда я записываю свои какие-то видеокурсы, методики, да, которые у меня бесплатно в том числе находятся на YouTube, я беру с производства любую свою макевару, любую. Я не выбираю какую-то макевару, я прихожу на производство, беру любую запакованную макевару и еду с ней в Таиланд или куда-то там еще и записываю там новый видеокурс или новый цикл видео.
Я ничего не выбираю, потому что я знаю, что все макивары обладают идентичными качествами и свойствами. Абсолютно. Я знаю, что они именно те, которые надо. Те, которые заложены туда специально, чтобы работать по тем методикам, которые я буду объяснять. Именно методология является первоосновой такой конструкции макивары. Почему она именно такой конструкции, а не другой? Почему у нее есть отбойник? Почему именно такой ход ползуна? Почему именно такая ширина доски? Почему именно такой зазор между бойком и отбойником? И почему именно такая упругость? И почему именно такая жесткость? Почему именно такой угол отклонения? Знаю только я, потому что это создавалось на протяжении многих лет под специальные методики. Для того, чтобы эти методики вели к тому, чтобы максимально быстро добиться результата. Высокого результата, понимаете, выдающегося в плане набивки, постановки там удара пушечного, и для того, чтобы не повредить свои руки и сохранить здоровье пальцев и кистей рук. Вот это очень важно. Другие производители этого не знают. Они знают внешний вид и шпарят изделия только на продажу. Да, и мы продаем изделие, продаем его дорого, реально. Оно не может быть дешевым хотя бы в силу того, что вы понимаете, сколько в него заложено. Вот все, что я это рассказал, это огромный труд. И производство само по себе высокотехнологичное, когда каждый боек, в общем-то, производится по специальной технологии, и ни один боек не делается меньше, чем один день и выдерживается определенным образом. То есть, понимаете, это специальные технологии, это не просто доску вырезали и пришпандорили, или фанеру в магазине купили какую-то и там из нее вырезали. Нет, фанера, которую мы используем, да, при производстве, мы ее тоже сами делаем, причем клеится она определенным оригинальным способом, тоже запатентованным. То есть все это сложно. И поэтому изделие довольно дорогое. Но меня поразило то, что некоторые из тех, кто гонит контрафакт, даже дороже продают изделия наши уже, чем оригинал. Раньше наши макивары были самые дорогие. Но мы держим политику не поднимания цен, а сохранения цен на протяжении долгих лет. Если цена растет, то минимально, только на величину роста себестоимости продукции. То те, кто воспользовался трендом, который я создал, стали делать уже свой контрафакт, который по качеству далек от оригинала, и продает их даже дороже, чем это делаем мы. Это уже запредельно, если честно говоря. Итак, только специальные знания, специальные методики, лежащие в основе разработки макивары, а не наоборот, что сделали макивару, а потом придумали, как по ней уже бить, только именно методики, заложенные в основу производства макивары, позволяют нам создавать такие макивары, которых нету ни у кого. Только макивары оригинальные МБШ и Камертон обладают теми качествами и характеристиками, которые должны быть у этих макивар, у макивар этой конструкции, которая признана самой лучшей конструкцией упругой макивары в мире с регулировкой упругости и жесткости, да, которая единственная годится для постановки глубокого и проникающего удара с учетом специальной методики, тоже нашей авторской, которая была разработана мной. Вот. Поэтому контрафакт не обладает такими свойствами, а теперь я расскажу, как отличить. Во-первых, макивары Камертон и МБШ защищены все серийным номером. У макивары Камертон и МБШ есть металлическая часть. Это часть, в которой соединяются между собой отбойник и боек. То есть это две пластины. Одна сзади отбойника, другая спереди бойка. И со стороны бойка на пластине выбит серийный номер макивары. Эти номера занесены в специальный реестр. И поэтому мы точно знаем, кому были проданы макивары. Так как макивары продаем лично мы сами, или только мой официальный дилер, это единственный человек в Украине и в мире вообще, который еще продает мои макивары, остальные макивары продаем непосредственно только мы и рассылаем по всему миру. Вот. Значит, поэтому мы знаем даже тех людей, кому эти макивары проданы, со всеми e-mail'ами, номерами телефонов и так далее. Поэтому, если вдруг вам кто-то предлагает с рук купить макивару или в магазине в каком-то, вы можете посмотреть, есть ли на этой макиваре серийный номер и позвонить по телефону службы поддержки нам.
Все телефоны и e-mail можно найти на сайте makivara.ru. Вы, значит, тогда позвоните или напишите на e-mail. Мы проверим серийный номер макивары и скажем, у кого и где находится эта макивара, когда она была приобретена, или наша ли это макивара вообще. Наши все макивары, если они новые, они защищены специальной еще голографической наклейкой. И вообще все изделия компании Будошин защищены, кроме патентного права, товарным знаком, который тоже зарегистрирован должным образом. И только оригинальные изделия Будошин несут на себе этот товарный знак. А макивары Камертон и МБШ являются оригинальными изделиями компании Будошин. Вот. Поэтому на них обязательно стоит эта голограмма. Причем часто на всех деталях. И на байке, и на отбойнике, и на металлических частях, и так далее. Вот. Значит, видите, серийный номер, голограмма. Это обязательно. Обязательно и то, что, как я уже сказал, все номера подлежат учету. И можно точно по серийному номеру макивары проверить, существует ли такая макивара. Когда она была продана, была ли она продана, и вообще существует ли такой номер, и так далее. Вплоть до человека, который эту макивару приобрел. Это как оружие. Это как оружие, которое приобретается человеком и заносится во все реестры, что он его собственник, и так далее. Это как профессиональный бильярдный кий. Все мастерские бильярдные кии, они авторские, они тоже обладают серийным номером. Степени защиты могут еще и меняться. То есть мы постоянно будем какие-то степени защиты дополнять, о чем будем уведомлять отдельно на наших сайтах. Макивары Камертон и МБШ продаются, вернее, производятся только в России, и только в Ивановской области, и только на одном единственном производстве у меня. Больше этих макивар никто не делает, и никому мы не давали права ни на частичное производство каких-то деталей этой макивары или что-то еще. То есть даже официальный представитель, который в Украине занимается продажей макивар моих, он возит из России макивары, которые здесь произведены, здесь у меня на производстве. То есть он даже не собирает их там. Они уже готовы, в собранном виде провозятся. И уже прямо готовы к эксплуатации. То есть никакого частичного производства даже быть в принципе не может. И все макивары, которые находятся за рубежом, они тоже проданы с территории России и произведены на одном единственном производстве. Мы специально не раздаем никому ни какие-то права на частичное производство, ни какой-то патент не наступаем, ничего. Для того, чтобы не дискредитировать с какими-то некачественными изделиями, какие-то контрафакты, когда люди начнут под нашим брендом, под нашей маркой делать изделия подобные, вроде как официально прикрываясь именем нашим, и где-нибудь допустят ошибку, и это дискредитирует наш сам товар. Если наши макивары вдруг оказываются, бывает крайне редко некачественные, мы несем ответственность за это. Если одна из тысячи ломается, мы принимаем ответственность на себя и не ссылаемся ни на кого, и работаем над этим недочетом. Поэтому здесь нет такого, что рука руку моет, и какая-то круговая порука, да, и потребитель там крайнего найти не может. Нет. Вся ответственность за наши макивары лежит исключительно на нас, но только за наши макивары, которые произведены здесь у нас. Поэтому я и рассказываю вам, как их реально отличить от подделки. Сайт, из которых продаются макивары. Основной домен сайта – это makivara.ru. Еще есть специальные страницы, с которых ведутся акционные продажи, когда у нас акции какие-то бывают. Но об этом уведомляется всегда, опять же, на официальных ресурсах. И вы всегда можете позвонить по телефону службы поддержки и выяснить, наша ли страница, с которой ведется продажа. Для того, чтобы у вас не было сомнений, да, вы можете в аннотации к этому видео, или если смотрите это видео на сайте, посмотреть, на каких сайтах могут располагаться страницы и на каких страницах находятся формы заказа.
Но, говорю, вы можете это не запоминать, можете с этим так ознакомиться. В любом случае, вы всегда можете позвонить по телефону службы поддержки или написать на e-mail. Телефон службы поддержки и e-mail находятся на сайте www.makivara.ru и выяснить, наши ли это сайты, на которых предлагается макивара по какой-то цене, и наши ли это сайты, где предлагается макивара камертон или МБШ. Вот. Если вы хотите посмотреть, как выглядят оригинальные макивары, опять же, проходите на сайт makivara.ru. Если вы увидите изделие отличное от того, что вы видите на моих официальных сайтах, это точно изделие не наше. Это 100%. Я это гарантирую. Более того, если вы хотите приобрести снаряд новый, то мы выпускаем каждый снаряд в одной единственной модификации, та, которая последняя. То есть у нас такого нет, что мы выпускаем наряду со старыми вариантами какие-то новые. Если макивара МБШ вот сейчас выпускается такой-то модели, то мы выпускаем одну единственную модель. И если где-то вы на рынке увидели, значит, макивару другой конструкции, более ранней, то могу гарантировать, что это со вторичного рынка макивара, она не может быть новой, потому что новая макивара с нашего производства может быть только самой последней модели, потому что предыдущие модели мы всегда снимаем с производства. Вот, только так. Но могу порадовать, все апгрейды, все дополнительные комплектующие, все байки, детали, все взаимозаменяемые, как от старых моделей, так и для новой. То есть для старой модели подойдет новый байок, да? Вот, там для новой модели подойдет какая-то старая запчасть, условно говоря. Все платформы, которые производятся сейчас, они подходят к старым моделям. Сумки тоже подходят и так далее. Это одна из основополагающих политик в развитии и разработке новых изделий для нашей компании. То есть полная преемственность. Абсолютно. То есть мы улучшаем снаряд, но мы делаем так, чтобы была полная преемственность от того, что было, в новое, через то, что есть, и в новое. Поэтому все комплектующие абсолютно идентичны, они подходят. Либо если они новые, то они все равно подходят. Вот. А смысла делать старые модели нет, потому что в каждой новой макиваре, в каждой новой модели, а новая модель выпускается крайне редко на самом деле, мы закладываем все последние доработки и достижения, но мы все равно постоянно изыскиваем какие-то моменты в улучшении. В основном это сказывается усилением каких-то полезных характеристик и свойств, а также в удобстве некоторых элементов. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, если вы хотите приобрести натуральную, настоящую макивару камертон или МБШ, вы можете приобрести ее только у нас и больше нигде. И поэтому я хочу предупредить тех, кто пишет иногда такие письма, что я приобрел однажды макивару, камертон, там ты, но у меня сломался боек, вышлите мне, пожалуйста, новый, либо по гарантии, либо я готов его купить, потому что макивара, по всей видимости, старая, так как куплена с рук. Понимаете, вы получите обязательно запрос по поводу серийного номера макивары, и чтобы вы прислали фото. Вы присылаете фото, мы смотрим серийный номер, мы видим, это наша макивара или нет. И в 99% случаев бывает такое, что эта макивара не наша, а это контрафакт. И вы хотите получить боек к нашей макиваре, чтобы поставить ее на не нашу макивару. То есть, понимаете, самые дорогие и самые сложные в производстве изделия, как боек, который, в принципе, это 90% сути макивары, вот, он как раз и поломался, потому что изделие было контрафакт. Бывает, что ломается наша макивара. Это одна из тысячи бывает такой. Здесь мы все по гарантии меняем без проблем, если гарантийный срок сохранен. А он достаточно большой, поверьте мне. Для макивары камертон просто колоссальный. Вообще. Макивара камертон, она антивандальная, неубиваемая. Она на улице стоит. Она стоит на улице вон у меня уже скоро 10 лет. Во дворе у Сергея Бадюка стоит. Я не знаю, сколько времени, где ее на субботних на практиках все дубасили, чем только можно, сапогами и ломами. И чем угодно. И она стоит, и ничего не делается. И таких вообще примеров очень много на самом деле. Вот.
Поэтому гарантия на макевары серьезная. В МБШ немножко она поменьше гарантия, потому что боек там другой конструкции, но она тоже большая, вы мне поверьте. И мы по гарантии все меняем без проблем, но если только макевара наша. Поэтому не хитрите, потому что часто хитрят, хотят просто приобрести отдельно боек. Опять же, получите запрос, отдельно запчасти могут приобрести только те, кто у нас макевару уже приобретал. Поэтому и там человек думает, я макевару сделаю сам, а потом напишу, скажу, так и так, у меня сломался боек, вышлите мне боек. Типа они же тысячами макевары продали, они не знают, что у меня макевара самодельная. Вот. Узнаем, ребят, мы все знаем. Мы знаем все серийные номера всех макеваров, всех, кому продали. У нас такие базы все есть, мы знаем всех наших покупателей, всех наших друзей и всех адептов нашей макевары. Вот. И мы всех их любим и поддерживаем без проблем. Поэтому приобретайте именно наши макевары, оригинальные макевары Камертон и МБШ на сайте www.makivara.ru и не используйте контрафакт, чтобы не пожалеть потом. Вы помните, что скупой платит дважды, дурак платит трижды, а лох платит всегда. Я думаю, что умные люди, они платят один только раз. Они не настолько богаты, наверное, чтобы покупать дешевые вещи. А если богаты, то дешевка им тем более не нужна. Покупать нужно высококачественную вещь, классную, которая покупается раз и навсегда. Она должна быть такой, на которой можно расти всю свою жизнь. Вот. Удачи, до встречи и максимальных успехов вам в освоении макевары.